Многофункциональный центр на Ленина 6, торговые центры «Пионеры Гэлакси» – именно здесь и расположились волонтерские точки. Здесь всегда многолюдно, а цель волонтеров – не только рассказать о голосовании за объекты, но и помочь принять в нем участие. Все в интернете, а так как у нас пожилые наши граждане не сидят в интернете, ну, за исключением, они не знают. То есть в любом случае мы информируем, и, конечно, благодаря волонтеров мы соберем большее количество голосов. Сегодня уже достаточно большое количество обращений, порядка 30 человек. За пару часов работы волонтеров уже подошли и проголосовали. Помогать будут 40 волонтеров. Работать они планируют и в будни, и в выходные, вплоть до 30 мая, последнего дня голосования. Кстати, жители Барнаула активно голосуют уже с 26 апреля. По состоянию на сегодня город Барнаул занял лидирующие позиции по Алтайскому краю. Проголосовало порядка 7 тысяч человек. Лидеров несколько, конечно, есть. Это очень много голосов было отдано и за парк Юбилейный, и за набережную, и за аллею Аванесова. Напомню, способов голосования несколько. В личном кабинете на портале госуслуг, на единой платформе голосования, опять же через этот портал, ну и с помощью волонтеров по номеру телефона. Кстати, в этом году голосование проходит значительно раньше, чтобы за лето успеть составить проектно-сметную документацию, а к концу года найти подрядчика, а уже весной следующего приступить к благоустройству. Татьяна Голубева, Николай Шилко. День с толком.